Я только что записал гимнастику, используя 4 камеры. Sony FDR X3000. Сделал запись. Я на своем компьютере. У меня компьютер Macintosh, ядрёна вошь. В программе Final Cut Pro 10. Создал мультикамеру. Мультикамера это... Вот она. То есть 4 разные изображения, которые между собой синхронизированы. То есть я сейчас снимаю как раз еще на 2 камеры Sony, которые увеличивают. И вот смотрите. Вот одна мультикамера. Вот вторая камера. Вот третья камера. Это мой рабочий кабинет, в котором... Третья камера. И вот она четвертая. То есть они пронумерованы. Одна, вторая, третья, четвертая. Все они между собой синхронизированы. И делается мультикамера. Мультикамера это вот она такая получается. В итоге вот что мы видим. 4 камеры. Я их выложил на стол. Это мой рабочий выложил на стол. И вот они у меня здесь видны. Первая, вторая, третья, четвертая. То есть, когда я рассказываю общий план, когда мне надо показать, что это ноги, это вот ноги. Это второй такой общий план. И, наконец-таки, крупная какая-то там часть. То есть, вот смотрите, что получается. Вот она, первая камера. Включаю. Мы проводим пассивно. Первая камера работает. Вот это работает камера номер 3. Нам надо улучшить... То есть я смотрю по картинке, какую мне камеру надо взять. И я беру. Надо взять крупно. Показать, так, что я делаю какие-то упражнения. Итак, резко раз. Я делаю... Раз. Беру, вернее... Вот эту вторую камеру. Далее мне надо что-то показать еще. Более крупное. Я беру четвертую камеру. Вот она пошла. Далее я перехожу опять на общий план, чтобы показывать. И так вот я снимаю. Крупный план. Общий. Значит, частности какие-то. Пошла мультикамера, какая вот эта, вернее камера, ну мультикамеры беру. Опять я беру вот этот общий план, вот он пошел. Получается. Далее, по мере необходимости, я беру общий план другой, крупный план. Вот и так я работаю, то есть вот эти вот 4 камеры собраны в одну мультикамеру, вот она у нас, позволяют во время монтажа программе Final Cut Pro 10 выбирать такие картинки, такие ракурсы, которые позволяют показать, ну, подробно весь процесс чего-то, что вы хотите показать. То есть в данном случае я показываю гимнастику. Программа не зависает, не отвисает. Работает прекрасно. Значит, это видео я снял в Full HD. Перегоняю, вроде она как не Full HD, а для устройств, Apple устройств. То есть вот здесь есть такая вот штучка. Когда вы сделали из этих 4 камер одну мультикамеру и в итоге выбрали то, что вам надо, вы это все выводите. То есть у меня вот вышло так вот. Вначале я показываю, что я нахожусь в комнате. Эту комнату я проветриваю. Далее я рассказываю о самоизоляции. Наконец-таки перехожу к упражнениям. Первое упражнение делаю, показываю его подробно, в деталях.
Далее перехожу ко второму упражнению. Где оно второе упражнение? Вот оно второе упражнение. То есть все видно, как вот делается, да? Второе упражнение. После этого я перехожу к третьему упражнению. То есть после объяснения второго упражнения я перехожу к третьему упражнению, показывая его, что тут происходит, выбирая лучший ракурс. То есть можно вот этот взять, можно вот этот взять, можно крупный взять. Я взял вот так. Вот теперь пошли, так сказать, детали, детальный план или крупный план для деталей. Это общий план второй, чтобы вся картина была видна в целом. Далее я их так, видите, сразу же настроил, локацию выбрал, как снимать, чтобы мне было все это удобно. Вот, сидя, я снимаю, пошел. Это, значит, более крупный план, который показывает, как что тут происходит. Назад, еще один. То есть у меня камеры стояли, видите, в разных, в четырех точках. И с этих точек я снимал. Это, видите, общий план. Это план поближе, как раз я его снял. Это еще ближе. Это общий план такой, это такой. И в итоге получается, что мы видим упражнение полностью, так как оно и должно быть. Сохранять себя здоровым. То есть я сейчас вам показал, как я использую... И все будет у вас... Использую свой рабочий кабинет, как съемочную студию. Как я расставил камеры. Можно их расставить получше. Кстати, у меня тут вот не видно. Сейчас я так постараюсь показать. Это вот здесь вот. Вот у меня стоит, так сказать, стационарно фотоаппарат Canon Mark III. На нем, видите, экран этот лилипут, для того, чтобы я в монитор смотрю, и мне было видно, что, как я там делаю. И плюс еще вот эти вот гаджеты, Зенхайзеры, для того, чтобы записывать звук, качественно записывался звук. Вот это я все так сказать делаю на этом. То есть что-то там начитываю, что-то там рассказываю, все это значит есть. Потому что есть люди, начинающие блогеры и те, которые работают в разных программах монтажа, им интересно, как это все происходит. Ну, для того, чтобы видео на канале были, ну, как бы сказать, поинтереснее, как более детальные. Можно, конечно, работать склейка в склейку, одна камера, там один этот, ну... Кто как работает. Мне интересно поработать вот с какой-то там выдумкой. Не всегда, конечно, я этим приемом пользуюсь. Сейчас, находясь в самоизоляции, знаете, можно так сказать, есть время, есть желание, ну, естественно, возможность. А так, я вообще снимал на фотоаппаратах Mark III. У меня было 4 фотоаппарата. Все было очень качественно снято для ТВ, но ТВ это все дело не надо, у них там свои программы, как бы сказать, моя программа им не подходит по каким-то там причинам. Я немножечко охладел, фотоаппараты продал и просто-напросто вот снимаю на одну или там две камеры без всяких особых заморочек. Сразу же тут монтирую. Монтаж, так называемый, стык-стык, и все, пошло дело. Вот, что я сделал. Да, вывод. Я вывод вам не показал. Вывод делается, вот, смотрите, я нажимаю, если на просто Apple девайс, у меня вот, я смотрю, что у меня получается. Я выбираю, значит, смотрите, с каким качеством я делаю. 1920 на 1080, 25 кадров. Стерео есть, 48 кГц, время там такое-то. И
вот этот вот где-то 7-минутный у меня ролик весит 587,6 мегабайта. Это я, если вот вывожу. Вот в этом вот. Apple девайс 720 на 720, да? Но тем не менее там можно сделать как на это. Если же я Apple девайс на Full HD 1080 и нажимаю на это, то у меня, смотрите, получается это же видео уже весит 5,34 гигабайта. При этом, смотрите, можно Apple ProRes LT поставить, можно поставить, смотрите, вот это вот как раз будет качество повыше. Apple ProRes HQ, значит, высокое качество, высшее качество. Я, значит, смотрите, нажимаю, запоминаем, так, что было 5 гигабайт и 34 сотых. Я нажимаю на, значит, высшее качество, и у меня получается уже 11,06 гигабайта, то есть все весит. Если же я, сейчас оставим как обычно, то есть это качество похуже, но вы практически его не определите. Если же я хочу вывести этот как мастер файл, то смотрите, он уже весит 14 мегабайт. Это все? Я не ошибся? Извините, смотрите. Тут написано стерео, то есть это только звук весит. Я нажимаю на это, то есть надо очень быть внимательным. То есть раз вы настроили, и дальше у вас получается то, что надо. Видео и аудио. Я настраивал. И получается довольно-таки, смотрите, мастер хорошо. 7,5 гигабайтов. Ну, нормально. Мастерс. То есть, с которого все делается. Ага. Еще, смотрите, источник Apple ProRes просто 22. 400. Берем качество повыше. Опачки. 11. Берем качество LT. 5,34 гигабайта. То есть вот с качеством, которое вы будете. Ну вот этой вот информацией я хотел с вами поделиться. То есть в свое время, когда у меня были средства, когда я работал, так сказать, на ТВ, я вложился в творчество, приобрел, это был как раз 12-й год, в 13-м году я приобретаю в начале 13-го года вот этот вот iMac конца 12-го года, к нему же монитор, чтобы все это одинаково было. Видите, никаких тут искажений нет, прекрасно все работает. То есть это не 5К, это там, по-моему, где-то там 2К. Сейчас я могу вам сказать. Так, об этом Mac, мониторы, значит, вот можете рассмотреть macOS Catalina. Я думаю, что можно поставить программу не такую последнюю, а вот как раз El Capitan. На El Capitan он вообще летал. Потому что программы, как бы сказать, больше и больше. А железо уже 12-го года, конца 12-го года, сейчас уже 20-й год, она не так уж тянет. Значит, что тут у нас стоит? iMac 27 дюймов, латте 2012 года, процессор 3,4 гигагерца. 4-ядерный процессор Intercore i7. То есть я тогда попросил, чтобы все было по максимуму сделано, значит, в компьютер. Так, память 32 гигабайта, больше не влазит, значит, она на 1600 мегагерц DDR3. Загрузочный диск Macintosh HD. Значит, тут 128 стоит жесткий диск SSD, на котором программа,
хотелось бы побольше. И дальше 1 терабайт стоит жесткий диск, на котором все это дальше уже записывается, там информация. Раньше, говорю, летал, как-то сейчас под это самое, под затупливает. Графика NVIDIA GeForce GTX 675MX на 1 гигабайт. Значит, желательно побольше, средний номер такой-то. И мониторы, вот как раз мониторы. Встроенный дисплей 27 дюймов, 2560 на 1440. То есть вот этого достаточно для того, чтобы я ничего не видел, никаких тут, знаете, сеточки или еще, то есть пикселей я не вижу. Вот я только что освободил этот диск, у меня тоже стоит RAID backup, у меня тут на 10 терабайт, другой у меня что-то он с это самое запортился, вот она полностью память, ничего не можно, нельзя уже подставить, обслуживание, все это, так сказать, уже все закончилось обслуживание. И тем не менее, я работаю, если не делать какие-то большие видосы, то все это довольно-таки хорошо работает. И все вот так вот, видите, работает нормально, работает хорошо. Работает приятно, и когда ты освоишь эту программу, то все получается так, как надо. Вот. Свои зарядки. Во время самоизоляции много времени мы проводим пассивно. Нам надо улучшить кровоток. Вот одна, другая камера. Кровь шла от конечности к сердцу. Поэтому упражнение первое, простое, каждый может его сделать. Мы с вами отрываем пяточки примерно сантиметр. То есть за счет этого мы проталкиваем кровь от. Вот я с вами поделился, как я монтирую видео. Как я снимаю, как я монтирую видео. И в итоге я выдаю уже готовый продукт. Знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.